Я в детстве был обижен жестокою судьбой, но все обиды детства прошли само собой. Я очень неспособный и очень был дурной. Родители и сестры все мучились со мной. Ой, ой, ой. Болел я очень долго, а чем сказать смешно? Да ладно, расскажу я, теперь мне все равно. Прям до седьмого класса постель мочился я. Живьем меня хотела сожрать моя семья. Болел я дизурией, что просто стыд и срам. И бабушка Мария рыдала по утрам. Она постель сушила, а я ее мочил. Отец меня за это дубиною лечил. Сидел я по два года четвертым и шестом. Придурок ненормальный, решили все потом. В седьмом сидел три года, а выгнали за то, что я на перемене пропил свое пальто. Я был в семье обузой, все хаяли меня. Отцовской длинной палки боялся как огня. Но вот я встретил Таню, мочиться перестал. Сказал: прощай, папаня, из дома убежал. Я с Танькою прошлялся по всей родной стране. В тюрьме сидели оба за кражу на селе. Меня подруга Танька оставила в пути. И думаю, что больше мне счастья не найти. Со мною мне все ясно, зовут меня Трофим. Как трудно стать хорошим, как тяжко быть плохим. Я ж никому не нужен, я бедный и больной. И люди повернулись ко мне своей спиной. Ой, отец и мать в могиле, от горя я кричу. Как жаль, что не еврей я, в Америку хочу. Пришлите мне, евреи, ваш вызов на АВИР. Пришлите поскорее, мне тошен армавир. Пришлите поскорее, мне тошен армавир.